Здравствуйте, дорогие друзья. Вот такой вот интересный предмет под названием сигарная гильотина. Вот такой. 50-х, 60-х. Нет, наверное, не 50-х, 60-х. 60-х, 70-х годов 20 века. Просто пораньше они были такие латунные. Вот есть клеймо производства. Донатус. Золинген. Немецкий такой штук, который предназначен для отрезания кончиков у сигар. То есть вот V-образный у него получается будет такой рез, да? То есть делается это элементарно. Не сюда вставляется, как мы понимаем, а вот сюда. То есть прикладывается. Ну вот возьмем, есть у меня сигара. Есть 100 лет в обед. Мне ее как-то подарили. И я вот все никак ее выкурить не могу. Многие сигары, здесь смотрите, кончик у сигары, здесь он отрезанный. А многие сигары с неотрезанным кончиком. И делается это вот так вот, да. То есть держится, вот, ну, грубо говоря, вот так вот стоит, да. Вот это вот сюда вставляется и... чирк, и получается такой вот, как кошачий глаз, вырез становится здесь вот. И очень хорошо получается, дым поступает туда, куда нужно, в легкие, да, получается. Про компанию Донатус из Золингена известно только, что она, собственно, выпускала только гильотины, да, вот ножи вот такие, гильотины для сигар. Больше ничего она не делала и занималась этим с начала 20 века. Все, что я, к сожалению, нарыл. Ну, вот такой вот с деревянными накладочками. Здесь видно, что уже ржавчина проступила. Ну, скорее всего, то есть получается он хромированный, да, то есть это не нержавеющая сталь. Ну, вот так вот. Вот такой вот интересный предмет. Нож, гильотина для сигар. К сожалению, кстати, вот не знаю, для чего вот этот хвостик нужен. Если кто скажет, буду признателен. Что этим хвостиком делать с таким вот выступом, вырезом? Без понятия, друзья. Вот так. Гильотина для сигар. Донатус. Золинген. 60-е, 70-е года 20 века. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всего доброго.